Он такой наш мальчик, он любит вот так вот. Ему подносишь руку, он берет вот так вот ложится и засыпает. Ну, красавец какой. Маленький. Че, боже мой. А девочка ему кусает хвостик его. Маленький хвостик. А я говорила трогать ее. А этот вот так вот берет и засыпает. Когда ему руку даешь. Не милая та, ведь такой милашкин. А девочка, девочка и мальчик легли спать. Дочь им постелила покрывальце. Они пришли и легли спать. Не, я девочку положила с мальчиком. Боже. Да я мальчика положу. Кирилл, ну вот зачем ты дергаешь? Вот спят, он ушком дергает и спит. О, красота. Это девочка. Красота. Да. Это мальчишка у нас. Красавчик такой. И это мальчишка спит. Мама на руках. Руку сейчас заберешь, и, наверное, проснется. Да, вот раз. Руку забирать начала. Это ему надо, чтобы была рука. Да, я руку заберу все-таки. И Тиму щетки. Тиму хороший. Маленький мальчик. Да. Тиму красавчик. И вот она еще девочка у нас. Девочка наша красотка. Самая полненькая девочка наша. Толстушечка наша, маленькая толстушечка. Да? Да? Ты наша девчушечка. Девочка. Иди ты, красотка. Не, он сейчас проснется, если его тронуть. Ну, давай попробуем. Витя, не шуми. Иди. Иди.